Всем привет, с вами Wage of Sin, и сегодня в рубрике «Смотр и не более» у нас будет игра под названием Iron Brigade. Так, ну, честно говоря, я не помню, опять же, о чем эта игра, но мне казалось, что я когда-то уже несколько лет назад в нее играл. Враг разрушил мои ноги, но не смог разрушить мой дух. Он не остановит меня. Ну, короче, я буду биться. Я встретил Фарноста, радиоотряд Тихого океана, он был молчуном, мы просто слушали вражеские переговоры, надеясь услышать код, сигнал или что-нибудь. Никто не был готов, что мы услышали, никто не знал, откуда оно пришло, выжили только мы с Фарнсвортом, но после вещания мы перестали быть собой. Возможно, я и не видел эту игру. Что тебя не убивает, то делает сильнее. В случае умнее, внезапно я смог создать удивительные машины, чтобы помочь ходить раненым на войне. Внезапно я стал местным заменителем. Нихера себе помочь ходить. Ничего, что эта машина в 10 раз больше, чем ты. Пока люди не увидели творение Фарнсворта, зачем ходить, когда можно развернуть мир к себе? Из безопасности своей кровати захвати его весь, поглоти мир. What? То есть, видимо, это лампы свели его с ума, или безумие воспользовалось лампами для побега из тюрьмы его сознания. Мы знаем, что лампы — это чума. Стране требуются наши услуги, без промедления мы вернемся в наши траншеи. И будем маршировать. Итак, значит, это все-таки та игра, в которую я играл. Здесь мы играем на мехах. Что? Ноги сломали? Второй солдат. Это, естественно, у нас не просто укрепление, это наш мех. Вооруженный, я так понимаю, 4 пулеметами. И снимите эту маску, вы привыкнете к запаху. Фрэнк Вудров, младший, сражение для избавления мира от ламп, безрассудный, опрометчивый семейный человек, хочет отомстить за изувеченного отца, любит спать с женой, кто бы не любил-то, у него прекрасно ухоженный газон. Морис Харди, украшенный герой войны, убил 30 врагов веткой дерева, слышит писк мгновения во сне, мановидение во сне. Недолго был продавцом косметики, не помнит имена внуков. Клод Стэнли, Джозеф, Фрэнк Вульфорд. То есть 4 человека у нас. Клод Стэнли, троюрный брат королевы. Однажды создал бомбу из кухонной утвари, имеет прекрасные зубы, изобрел собственную технику фехтования, считает американские телевидения тупым. Да ты просто первый, наверное, кого мы возьмем. На стене у него висит голова, это у нас Джозеф Ковальский, мановидение. Получил газовый пистолет на 3-й день рождения. Ест польский соус, чем угодно. Спокойно выступил на похоронах своего дяди. Приторговывает на черном рынке. Американское телевидение тупое. Да, не знаю, давайте это возьмем. Все равно здесь графоний, конечно, не последнего уровня. Но мы вас наняли. Короче, все. Сынок, ты стоишь на величайшем изобретении, которое когда-либо изобрела военная наука для хранения солдат в безопасности на поле боя. Траншея. Единственный способ пораниться в траншее – вылезти из траншеи. Ну, траншея – это мех наш. Поэтому мы сделали несколько небольших модификаций, чтобы достигнуть желаемых. Механические ноги, подачу свежей воды, полный бар, портсигар, аптечка и прочее-прочее. Блин, полный бар, классно. Позвольте показать, как это работает. Для осмотрения верхнего. Отлично. Мне уже не нравится это дело. Инверсия мыши мне никогда не нравилась в играх. Ну, кроме космических. Инверсия камеры выкол. Громкость пойдет, в принципе. Причем громкость выставлена на максимум, но я вообще не слышу. А есть что-то типа... Понятно. То есть графика выставлена сразу по умолчанию. Вот, отлично. А теперь приведите в движение это бревно. Ну, как всегда, вас там мы ходим. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Так, Санта, мне бы, блин, геймпад убрать, а то он рядом со мной лежит и в итоге лишние движения создает. Ненужные. Все, геймпад валяется. Траншея, побежали. О, уже стрелять можем, отлично.
Мы будем отмечать ключевые объекты, которые нужно защищать зелеными огнями. Вы можете отслеживать целостность склада боеприпасов при помощи этого счетчика. Постарайтесь защитить их ценой своей жизни. Начнем со стрельбы. Убивать! Кстати, левый... А, у нас еще и перегрев. А, нет, это не перегрев, это перезарядка. Автоматическое при опустошении, вы можете сделать это вручную. R все-таки, да. У вас предостаточная пуль для этих ублюдков ламп. Кстати, это с ногами. Ага. А вот теперь, собственно, уже с места в карьер, как говорится. Это твой план, Фрэнк Вудвард, отправить очередного невинного человека на смерть? Когда ты сможешь ко мне присоединиться и закончить это кровопролитие? Ну, я тоже создал создание с одним единственным желанием распространять вещание. И уничтожать все, что блокирует сигнал. Ну, короче, как вы уже, наверное, поняли, это Tower Defense. Только в виде, собственно, Тауэра это мы. То есть у нас вот волна. Может одновременно посылать вам в нескольких каналов. Будь начеку. И у нас будет на карте, в принципе, пометка появляться. То есть вот у нас лампы пошли. Мы их можем дамажить уже заранее. Один и экспириенс. Эй, ну-ну-ну-ну-ну. А что, вы меня не дамажите, что ли? Я не понял. Нифига себе. Ваша мобильная траншея может получить повреждение, но все равно выдержит. Следите за счетчиком, будьте осторожны. Короче, я понял. Так, надо разрядить эту штуку. Похоже, я недооценил твоего нового солдата в траншее. Нужна храбрость, чтобы застрелить врага, который не может ответить тем же. К счастью для него, у меня есть чем ответить. Оу, отлично. Пусть вещание распространит мудрость... Короче, пусть вещание распространит мудрость. Неважно, что он там дальше написал, я не знаю. Убивать! Убивать всех! Я молодец. О, попали. Я перезарядил оружие уже. Вот еще чего. Не, так-то быстрее, конечно, идет все. Но они в итоге мой склад ломают. А я оттуда мог оружие получить. Там никто не дошел, я надеюсь. Да я вообще молодец. Молоденчик. Так. Нас... Так, большие, вы справитесь с ними в одиночку. Мы идем к вам на пол. А, я не справлюсь с ним в одиночку. И что это такое высадилось, я не понял. Вау. А сразу так нельзя было? Это же долбаные пулеметы! По-моему, кто-то на нас обиделся. Хорошо, причем так обиделся. Ого! Ну ни хрена себе. Мы справились с ним, солдат, чертовы лампы. Пора на борт. Блин, офигенный корабль. Я... А можно я на таком же корабле буду? Легкая снайперская пушка. Успешно создана на рассвете хаоса. Легкая снайперская пушка выполняет свой долг. В начальных тестах это оружие склонно вызывать огневую зависть. Что? Оружейных убийств собрано. Что я собирать должен был? А ты понял? А ты понял? Дальше. Хватит всякую хрень. Офигенный корабль. Две пушки решают любую проблему, по-моему, сразу видно. Так, Йента мой мех, я так понимаю. Сэр, рядовой Стэнли явился на службу. Я не знал, что здесь есть британцы. Да, есть. Тут вот... Так, некогда болтать, ситуация развивается. Наконец обнаружили источник вещания. Это хорошие новости. Плохая новость в том, что нам придется пробиться через кучу проблем, чтобы туда добраться. Нормальная проблема. Так что начнем. Это фигня.
Благодаря вашим прежним стараниям, оружейный склад безопасности. Пора вернуть вас на этот пляж. Доклад с линии фронта говорят о новом виде лап. Содержимое разрушение. Не позвольте им подобраться к кораблю, или он пойдет ко дну. А я уж, поверьте, не самый лучший пловец. Так, миссию я выбрал. И... О, настроить траншею можно. Так, это Клубер. Здесь вы можете настроить вашу траншею между миссиями. Так, понятно. Мы можем изменить. Ничего не понимаю. А, она два слота занимает. Ну, я надеюсь, что от нее толк будет. Урон 16, урон 1. Дальность 1000, темп огня 14, темп огня... Не, ну, второй слот, я думаю, не стоит ставить снайперки. Ладно, поехали. Что, в магазине продать можно? Слишком ни о чем цена. Ну ладно, я готов. Кстати, видите, у нас пушка стала вверху, но одна. И по левой стороне также два пулемета. Три канала повредили побережье. Вам нужно защищать корабль, пока мы готовимся к отправке. Если они пробьют корпус, нам никогда отсюда не выбраться. Так, правая кнопка снайперская, вы не можете удержать этот пляж в одиночку. Мы разрешаем использование корабельных пушек сооружений. Мы разместили несколько точек, чтобы обозначить подходящее место для пушек. Пора разместить картечную турель на передней базе сооружения. Короче, Tower Defense, как я и говорил. А где? Так, держите спейс, прицельтесь и отпустите спейс для размещения. Спасибо. Каждое сооружение занимает место на поле боя. Учитывайте место при расстановке сооружений. Хорошо. Перезаряжается очень долго. Но по сути и стрелять можно намного дальше. Delve Complete. Да, чё, собирайте лом. Блин, сразу бы сказали. Shift для активации собирающего магнита. Черт побери, сразу бы сказали. А то я все вручную собрал. В итоге. Кстати, наверное, не стоит их убивать так заранее. Иначе я замучаюсь собирать после них все это дерьмо, которое они раскидывают. А ускорение можно как-то задать? Турели разместите, хорошо. Спейс. Это что? Это тоже картечная турель, да? Вы мне какую-то еще дали хотя бы картечь, это типа дробовик, я так понимаю. А, ну понятно, нам просто другое место включили. Типа. Перезаряжай быстрее это дерьмо! Блин, лучше бы мне реально картечь дали еще и в руки. Можете разместить сооружение практически в любом месте. Убедитесь, что вы разместили достаточное количество, чтобы обеспечить оборону. А как я это должен удостовериться-то? Вот здесь вот еще есть какое-то место неплохое. Как по мне. Бежим, бежим. Да, господи, теперь это все еще обходить надо. Какой ты медленный. По кораблю стреляют. Я вас всех порешу.
Неплохой такой Тару Дефенс, честно говоря. Что? А, окей, хорошо. Типа усилил пушку. Ну да, 36 теперь стало урона. Так, пусть они поближе подойдут. Чтоб у нас двойная мощь была, и чтобы мне не бегать за этим скрапом, блин, дальше. Долго перезарядка, долго идет перезарядка. А, ты еще и живой? Мой скраб. Метал. Тыщ. Пожалуйста. Вудров, я должен признать, что твой дровосек сильно меня разослил. Поэтому я создал Блицера, чтобы доставить мое недовольство прямо на твоих солдат. Видишь, как он ярко сияет? Красный от гнева, Фрэнк. Моя ярость специально для тебя. What? Неприятно говорить, но это идет прямо за вами. Не подпускайте его близко. Ага, нихера себе. Вот это поворот. Ладно. В принципе, выжили. Правда, скраб чуть мало. Металлолому мало. Лому, металлолому. Да, игра идет в 30 кадрах, поэтому, блин, а я на бендике 60 выставил. Вряд ли что-то дельное из этого получится. Так, Томми, резисторы. Резисторы — это мелкая шушера. Перезаряжай. Молодец. Так, ученые в лаборатории приготовили генератор замедления. Делает их медленнее. Рядом с картечной, чтобы затормозить. Как-то так, что ли, я не знаю даже. Все. Теперь всем бзда. Я угощаю. Кто? А. О, блицеры. Это плохо. А, вот, собственно, и замедление. И звук сразу же изменяется. Хрена раскидал-то металлу по области. Так, откуда вы пойдете? Давайте вот сюда вот, наверное, тоже поставим одну такую штукенцию. О, да, не зря. И, как оказалось, не зря. Отсюда кто идет? А, фигулька маленькая. Да, корсет сейчас их положит вообще на ура. А вот это вот как-то не очень хорошо. Похоже, надо еще рядом с кораблем сделать что-то. На ваших врагов, если правильно, что? Господи, а сразу сказать нельзя было? Блицеры. Опять сейчас будет трах-бабах. Ладно, в принципе, так-то неплохо довольно. Для Tower Defense, причем отнюдь не последнего года. То есть игрушка-то, я не знаю, мне казалось, я в нее играл года, да блин, 3 назад, наверное, что ли, около того где-то. Ну, может быть, 2. Просто я не помню, какого года игра. Я просто помню, что я на мехе бегал, и потом очень долго искал эту игру. Где же можно так еще сделать? Поехали, свежие лампы. И блицеры, главное.
Блицеры по мою душонку чисто. А, со всех сторон? Не, не со всех. Бдыщ, нах. Получили, твари. Паскуда, тварь. Че не стреляем-то, алло. Мочи, козлов. Волна completed. Так, там, по-моему, что-то до меня не долетело все-таки. Эй, мой скраб, вот он, да, действительно, не долетел. Дальность 35. Я ошибался, Фрэнк, ошибался, что атаковал твоих людей или твой мелкий глупый склад. Ошибался, что царапал твой корабль, как мелкая утка. Я должен затопить этот корабль раз и навсегда. У меня есть способ это сделать. И что там? Само по себе его имя сложно, чтобы ты понял, почему бы его просто не назвать Большой Вилли. Это чудовище. Это Большой Вилли, это не чудовище. Ничего, что я ему свою мощь показываю непосредственно... Что я умею, а не то, что умеют мои картечные фабрики. Ух ты, это что, лаки-блоки? Бонусная коробка получена, спасибо. Как всего много. Улучшить. Корабль готов к отправке. На борт, солдат. Да, действительно, бар там и правда есть. Победа в Европе, отлично. Ну что ж, ребятки, на этом, я думаю, можно заканчивать. Здоровье базы. У меня аж 93 здоровья базы осталось. И ранг у меня аж второй. Хорошо. Что мне еще дадут? 200 бочинских. А что так мало-то? Я аж 93% в итоге. Временная зенитная турель. Специально противовоздушная амуниция. Это двуствольный пулемет. Пройдет сквозь воздушных врагов, как 10 горячих ножей. Понятно. И стандартный пулемет. Улучшение легкого пулемета. Это оружие... Вырвет неуклюжие куски стандартного врага мановедения. Ну, назад в корабль. Собственно. Собрано лома. 7500, нифига себе. Персональный апдейт. Деньги 200, что-то еще дали. Не понял. Ну, в общем, тут, как вы видите, всякие награды есть. Убийство из пулемета, убийство из оружия вообще можно получить. И будете получать там и денежки по чуть-чуть, какие-нибудь новые вооружения. Влад готовит новых летающих мановедений. У нас, у вас новое сооружение, зенитная турель. Экипируйте эту красотку, чтобы сбить с небес... Ну, короче, их. Сейчас давайте глянем, что у нас там получилось. Там кто-то, он наглаживает свой пулемет. Как бы это не звучало. Понятно, можно кого-нибудь пригласить, если мы хотим. Можем не приглашать. Так, помимо этого, что мы здесь можем сделать? Во-первых, стандартный пулемет и... Кстати, да, стандартный пулемет. Лучше уж тогда ставить пулеметы. И теперь мы поставим вместо легкого пулемета. У него урон... полтора раза почти больше. Ну, по виду он стал просто чуть длиннее. Кроме этого, мы вот эти слоты, насколько знаю, могу выбирать, можем выбирать сооружение. То есть, вот, допустим, сооружение 4 у нас сейчас турели. И у нас тут только зенитка есть, в принципе, больше ничего нету. Первое сооружение пока закрыто, то есть тут мы выбрать пока... Да, пока больше вообще мы ничего не можем выбрать. В общем-то и все. То есть, видите, как бы опять такие же виды оружия, как и в стандартных Tower Defense, только мы еще и ходим между ними, и ходим мы на мехе и стреляем вовсю. На этом все, ребят. Давайте заканчивать смотр. В принципе, игра занятная, игра интересная, неплохая Tower Defense, только... Как так сказать, ребята нашли свою нишу и нашли, чем ее выделить. То есть это вот эти вот мехи, которые тоже можно вооружать по-разному. А на этом все. С вами был Wage of Sin. Это была игра Iron Brigade. Всем спасибо за просмотр и всем пока.